Тревога не учебная. Эвакуации торговых центров в последнее время не редкость. Но на этот раз все по-настоящему. В субботу днем противопожарная сигнализация сработала в торговом центре «Евроленд». Из здания спешно эвакуировали всех посетителей и персонал. Всего более 200 человек. Чуть менее 3 минут понадобилось пожарно-спасательное подразделение для прибытия на ликвидацию данного возгорания. На момент прибытия наблюдалось открытое горение с внешней стороны здания, где располагается развлекательный центр «Вегас». Горела наружная отделка стены на площади 20 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 27 человек личного состава от МЧС России по Ивановской области. Благодаря слаженным действиям возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии. Предположительно, причиной возгорания стал занос открытого источника огня. Это могла быть как непотушенная сигарета, так и умышленный поджог из хулиганских побуждений. Обстоятельства возгорания, как и причастных к нему лиц, сейчас устанавливают. Пока с уверенностью можно сказать одно – многочисленные тренировки действий при пожаре не прошли даром.